Царь горы? С вами, что ли? Ну, тогда я царь, окей? Ха-ха, ну что, нападайте на меня, вы не захватите мою гору. На меня нападают? Нет! А, да я ж, это моя гора! Ребята, ну что же вы сделали? Ой! Где я, Тайгари? Давай, Милана, захватываем его гору! Давай, Вать, это наша гора, дай! Фу, ребят, ну все, я устал с вами уже играть в царь горы. Папа, ну давай еще. Нет уж, Милана, мне кажется, вы играете нечестно. Если хотите играть в царь горы, то пойдемте в Роблокс. Я вам найду такую же игру. Опять? Ну да, тогда, пойдемте, пойдем. Ребята, всем привет. Ребята, что за колбасняк тут идет? Это же нубики, и мы сегодня с ними будем играть в царь горы. Это не нубик, это какой-то страшный зверь. Давайте его побьем. А давайте его так схватим. Смотри, я его так потащил, смотри, его тащу вот так. И вот так, вот так. Эть! Сейчас появится новая карта, прикольная карта, где мы будем сражаться со всеми. Мы сегодня играем в царь горы с нубиками. Ну, я ее так называю, на самом деле карта называется по-другому. Честно говоря, я забыл название, где название карты. Вот смотрите, здесь разные есть игроки. Они бьют меня, я вот этот желтый нубик. Вот он, видите, я? Да. FFG TV написано. Сейчас появится карта, мы их должны скидывать с определенного места. Появилось. О, смотрите, мы находимся на крыше. Ух ты, у нас какой-то пистолет есть. Странно, что мне нужно делать? Я ни разу не играл такую карту. А давайте просто вот так возьмем их и вот так... Эть! А ну-ка давайте, нам нужно их выкинуть вот так вот. А ну-ка давайте, уходи давай отсюда. Что с тобой? Что ты валяешься? Ой, что все упали? Что происходит, друзья мои? Вставай, давай! Что происходит? Кто это сделал? Да, мы, в общем, вылетели с этой карты. Ух ты, нас... Смотри, посмотрим, что здесь есть. Смотри, как нас потащил какой-то приятель, схватил. Куда он нас потащил? Эй, отпусти меня. Привет, Funny Family Games TV. Да-да-да, привет. Только ты, пожалуйста, не трогай меня так. Эй! Странный какой-то. Отстань! Отстань от нас! Выиграл вот этот чувак на крыше. Видишь, какое лицо у него смешное. Он выиграл. Ну, мы ждем следующую карту, она появится через 20 секунд. А пока мы можем потренироваться и побить друг друга. Я что-нибудь купил. А что купил? Ну. Вот это что такое? Да. Ой, новая карта, Милана, я не успеваю. Что такое? Что делать надо? Бассейн. Бассейн. Мы должны друг друга в воду скидывать? А ну-ка иди сюда. А ну-ка, смотри, я его потащил. Смотри, смотри. А так. Рина бассейн. Вот так и я сам упал. Да, странно как-то. Пап, давай купим VIP. Давай купим VIP. Ну ладно, давайте купим VIP. Так, мы тут купили VIP какой-то. VIP, сейчас мы будем VIP. Смотрите, у нас есть значок VIP. Вот, вы видите? Тут меня что-то VIP так лупят все. Сейчас как VIP я встану, как вам тут надеру. Вау, куда? Что такое? Куда улетели? А, новая карта, кстати. О, лодки. А ну-ка. Не толкайся. У меня VIP. Ребятки. Ай, мы полетели с приятелем. Такой звук сразу. Мы никак не можем с вами выиграть, мы все время вылетаем. Сейчас дожидаемся всех игроков, они появляются. Давайте же какую-нибудь новую прикольную карту. Ну что за карты какие-то неинтересные? Ой, ребята, мы можем быть ребенком. Давай ребенком. Смотрите, я ребенок стал. Вот этот чувак выиграл. Миша 2872. Он выиграл, занял первое место. Винс, видишь, написано. Он на лодке остался единственный живой. Поэтому он выиграл. Он молодец. Он молодец. А мы не мастер. А мы пока не очень. Мы должны с вами попытаться выиграть. Ребята, давайте. Это наш не... Мы сейчас превратились в ребенка. Эй, а ну-ка иди сюда. Усатый ребенок. Здесь усатый ребенок. Привет, сосед ребенок. Что такое? Ой, новая карта, камон! Так, ага. Что делать надо? Вот они все. Хрясь, хрясь. Ты что меня бьешь? А ну-ка, иди сюда. Иди сюда, говорю.
Так, я его схватил. Смотрите, я его схватил. Я его потащил. Нет, 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 я его несу. Куда его выкидывать? Ой-ой. Куда ты? Ничего себе, он меня. У меня аж до звездочки. На. Иди сюда. Иди сюда, говорю. Что такое? Куда меня взяли? Эй, ой-ой-ой. Как мне так неудачно врезали-то, а? Что такое? Я не понял. Врезали. А ну-ка, иди сюда. Неудачно врезали. Как мне неудачно врезали. Смотрите, я кого-то взял. А ну-ка, иди сюда. Эти, царь горы, это моя гора. Ребята, я царь горы. А что происходит вообще? Да надо их выкидывать с этой горы. Надо здесь остаться, понимаешь? Кто здесь остается вот на этой площадке, тот и выигрывает. Надо всех выгонять. А где, почему мы не ребенок? Я тоже не могу понять, почему мы не ребенок. Вот. Миша опять выиграл! Что такое? Почему? Миша усатенький! Что происходит тут? Кто-нибудь мне объяснит? Миша какой-то очень странный. Миша странный. Он плохой. О, мы на первом месте в FFG TV One. Посмотри, меня бьют. Что такое? Меня свалили, ребенка свалили. Да реально, мы сейчас плакать будем. Посмотри, мы на первом месте, значит, мы выиграли. Значит, мы лучше всех продержались. А, друзья, напишите в комментариях, так ли это или нет. Кто играл в эту игру? Напишите. Кто знает правила? Она сумасшедшая, но кто знает правила этой игры? Вот тут нубик говорит нам: привет! Хочешь что-нибудь купить интересненькое? Я говорю ему, что у тебя есть? Новая карта! О, вот это прикольная, вот это клевая карта. Нет. Смотри. Давай, свали. Нет, не падай. Нам нужно их туда вот выкидывать, понимаете? Это царь горы, нам нужно остаться последним. Нет, есть! Это синяя, она мигает. Ребята, нет, пожалуйста. Давай его туда, давай. Есть, нет. Свалили одного. Вон еще, давайте вот этого. Давай. Есть, мы остались. Мы царь горы, мы победим. Есть, мы всех повалили туда, в яму. Значит, мы завоевали эту гору. Ну, как мы с вами играли на диване, да? Да. А кто там победил, кстати? По-моему, Даня. FFG на первом месте. FFG TV на первом месте, и нам дали звездочку. Здорово, друзья мои. Ой, кто меня схватил там? Что происходит? Отпусти меня, карапузика. Давайте поменяем скин. Давайте возьмем ковбоя. Хотите ковбоем побывать? Смотрите. Ой. Ладно, давайте возьмем усатенького ребенка. Что такое? Это папа? Да, все, папа. Опять лодочки! Не люблю я эти лодочки. Ах ты, повалил меня. На. Нет, есть, я одного свалил. Я одного свалил. Я на мини-ребенке. Ай-яй-яй. Давайте его в воду всех. В воду нет. Давай. Выкидывайся. Давай, ребята, мы выкинем его. Ну я не могу, что такое? Тяжелый. Прицепился. Ай, нет, пожалуйста, приятель, не толкай меня. Давайте, а ну-ка падай, я сказал тебе. Давайте, нам нужно вытолкнуть его из лодки, тогда мы станем царь лодки. Он нас толкает, но мы не сдаемся. А-а-а, я сам упал. Я упал с лодки. Когда ты будешь на первом месте, сейчас посмотрим. Ну не знаю, мне кажется, на втором. Он на первом будет, наверное. О, а почему я на первом месте? Может быть, потому что я больше игроков вытолкнул? Какие тут правила? Я что-то не могу разобраться никак. Так, давайте, ладно, я вернусь с ребенком. Смотрите, какой мой ребенок, мамочка. О, новая карта. А, новая карта с пулялками. Ай, мы сразу падаем. Ну вот так вот, друзья. Ну что, ну бывает. Мы ребенок. Взяли ребенка, уронили, да? Нет. Так, ну что, друзья, давайте последнюю карту сыграем. Посмотрим, что там будет. О, это в офисе. Это была такая, да, уже тема? Нет. Давай, выталкивай вот этого. Ай-яй-яй, не выталкивайте. Ребята, тут все рушится, палится. Мы синие. Мы синие, да, вон синий, я вот эта пушечка у меня синяя. А ну-ка, ребята, давайте, упадите все отсюда. Я царь этого офиса. А чему ты... Оу, ничего себе, меня тут калашматит. А чему ты... Ну же, упади. Ой, нет, меня не надо толкать. Да нет же, говорю. Кто будет победителем? Кто будет победителем? Друзья, ну что, вот такая вот игра у нас, царь горы в Роблоксе. Я не знаю, напишите правила, кто знает. Может быть, мы что-то неправильно играем. Кто знает правила этой игры? Как в нее правильно играть?
И ставьте лайки обязательно нам. А также подпишитесь на канал. Пока-пока! Пока-пока, удачи!